Особые даты страны посвящены и многочисленные мероприятия, организуемые диппредставительствами нашей республики за рубежом. Круглые столы, презентации, научно-практические конференции. Каков бы ни был формат, тон конструктивному диалогу задает динамика процессов модернизации страны и общества. В рамках ежегодной образовательной программы «Летняя школа» студенты вузов Узбекистана ознакомятся с особенностями германской системы повышения квалификации кадров, а также будут обмениваться теоретическим опытом со своими немецкими сверстниками в таких сферах, как международный бизнес, экономика, современная европейская банковская система, управление инвестиционной деятельностью, использование инновационных методов в процессе обучения и другие. В рамках мероприятия проинформировали о современном развитии нашей страны, ее достижениях. Были озвучены приоритетные направления стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах, а также результаты реализации национальной программы по подготовке высококвалифицированных кадров. Особое внимание аудитории обратили на суть и содержание принятого в июле текущего года указа президента Республики Узбекистан о мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана. В рамках презентации был продемонстрирован документальный фильм, посвященный историко-культурному наследию, туристическим возможностям и современному развитию нашей страны. Представлена ярко-концертная программа. В ходе своих поездок в Узбекистан я смог убедиться в успешном и динамичном развитии вашей страны во всех областях, в том числе в сфере образования. Реализуемая в Узбекистане стратегия действий по дальнейшему развитию республики с точки зрения перспектив науки и образования, безусловно, вносит важный вклад в достижение поставленных целей в данном направлении. Этот документ положительно отражается и на перспективах экономического развития вашей страны, которая день за днем открывается для международного бизнеса. Узбекистан является надежным партнером для Германии. В преддверии 26-летия независимости Узбекистана хочу искренне поздравить руководство и народ вашей страны с этой знаменательной датой и пожелать новых успехов. Мы всегда рады сотрудничеству с узбекскими партнерами. Мне было очень интересно работать со студентами из Узбекистана в рамках летней школы. Первый раз я имела возможность проводить занятия с разными группами молодежи в Ташкенте. С тех пор с большим интересом наблюдаю за развитием вашей страны, дальнейшими реформами, инициированными президентом Узбекистана, в частности, в сфере науки и образования. Мы понимаем, что результаты реформ приходят не сразу, особенно в области образования. Узбекская молодежь очень талантливая и усердная. Если им дать возможность и правильно сориентировать, это даст ожидаемые результаты. Достойное внимания также усилия узбекского руководства направлены на развитие туризма. Узбекистан, безусловно, обладает огромным потенциалом, и я думаю, что ваша страна достигнет значительного прогресса в этой сфере, станет одним из излюбленных мест для туристов.